Минувшей ночью поступил вызов с автостоянки на улице Антонова. Сторожа видели, как кто-то обливал машины бензином, но задержать никого не успели. В результате две сгоревшие иномарки уже вряд ли можно будет восстановить. За два летних месяца в Петрозаводске сгорело 13 автомобилей. Причем поджигатели проявляют изобретательность и не ограничиваются примитивной бутылкой с бензином. То подпирают дверь подъезда, чтобы хозяева не успели добежать с огнетушителем, то самодельную зажигательную бомбочку подкладывают.